Я тут немного приберу. Еще встретимся. Черт. О вас говорят разное, сэр, причем плохое, но мы рады всякой помощи. У меня ничего нет, сэр. Навестите моего друга-ветеринара. Он живет на северо-западе от Пала. Посмотрите по карте. Он не очень будет рад увидеть человека вроде вас, если вы не докажете свои добрые намерения. Отнесите ему эти документы, чтобы заручиться от него доверием и получить столь необходимое лекарство. Ступайте с Богом и будьте осторожны. Здесь опасно. Эй! Дай-ка взглянуть на тебя, брат. Сдавай мне оружие, брат. Выполнили свое последнее задание для СНС. Противостояние с СНС длится уже долго. Обе стороны относятся к нему терпимо, потому что все понимают. Но все меняется. Это вы изменили их, а Фот здесь чрезвычайно силен. Этого не понимает даже его лидер. Потому я решил устранить Куаси и восстановить контроль над Севером. Я стану вестником стабильности и мира. Только вы можете выполнить задание. Куаси сейчас у водопада Гока. С ним всего пара телохранителей. Он будет легкой мишенью. Всего одна пуля потребуется. Вместе мы сможем определять будущее этой страны. Самуэль, открой дверь. Буду ждать новостей.
Сущим наказанием. Но вы пришли не за тем, чтобы нас спасать. У вас есть документы на выезд, да? Вы получите то, что вам нужно. Это о тебе все говорят. Ты пришел за таблетками. Они у меня есть. Ты принес бумаги для моей семьи? Мы будем за тебя молиться. Спасибо, сэр. Thank you.
it, man. Close it, man. Thank you.
бы на Луагемби. Журналист из бара. Слушай, положение изменилось, и мне кажется, это касается нас обоих. Нужно поговорить. Встретимся на лесосеке на окраине города. Там достаточно уединенное место. Но пусть все будет быстро, а не так, как с другими. Где ты? Где ты? Чего дерить? Спасибо, что пришел. Извини за ужасные условия. Я не мог придумать более безопасного места. Говорят, Гакумба послал тебя к водопадам Гока, чтобы убить Проспера Куасси. Значит, это правда. Афот начал крупное наступление на севере. И поговаривают, что их первая цель ты. Тебе повезло, что ты еще жив. Они все еще ищут тебя, да и других иностранцев. Вас всех объявили шпионами. Не знаю, дошла ли уже до тебя эта новость. Солдаты направляются к бару Майка. Они собираются поставить всех твоих друзей к стенке и перестрелять одного с другим. Деревенских они тоже забирают. Сейчас войска прочесывают Палу. Скоро они доберутся до церкви отца Малии, и тогда они перебьют всех, кого там найдут. В этом можешь быть уверен. Знаешь, ты мог бы им помочь. Не всем, для этого слишком мало времени. Но ты можешь отправиться или к Майку, или к церкви. Думаю, тебе придется выбирать. Мне нужно уезжать. Машина уже в пути. Меня отвезут на юг, в Масате-Селау. Там я буду в безопасности. Хотя бы на время. Будь осторожен, они тебя ищут. Thank you.
Быстро, внутрь, а то увидят. Я не знаю, что здесь держимся нахрен началось, вместе. Но мы остаемся. Помоги подпереть дверь. Давай, берись за эту штуку. Здесь так много людей. Похоже, в беде мы, приятель. Впереди. Сначала они возьмут все, до чего дотянутся. Будут грабить магазины, банки. Потом начнут строить людей у стены и расстреливать. Потом станут рубить руки детям, перерезать сухожилия. Потом займутся женщинами. Это похоже на заразу, вроде рака. Им всегда мало, они гребут и гребут, пока не лопнут. Потом их место занимает кто-то другой. И все повторяется, он ведь тоже заражен. Каждая клеточка здесь заражена. Чем дольше тут остаешься, тем глубже проникает вирус. В конце концов, не останется никого, только зараза. И что же нужно делать? Конечно, изолировать больных. Иначе просто подхватить болезнь от них. Чисто, но будьте настороже. Главный вопрос, что мне делать с тобой? Положение ухудшилось. У любого сека полный бардак. И с этим нужно что-то делать. Только мои люди бесполезны. Кажется, ты в порядке. Ран нет, голова на месте. Хочешь выбраться отсюда, да? Подгоним грузовик, используешь его как укрытие. Но не за бесплатно. Возвращайся на север и убей Какуму. Это несложно. Он общается с солдатами, стоя в кузове грузовика. Во весь рост, на виду. Заботься о себе самостоятельно. Когда буря утихнет, ступай к Сефапане. Все слушайте. Движемся на юг. Возьмите грузовик и отгоните его в тень. Thank you.
человек, что решили остаться в стране. Их имена будут забыты, а нас прославят как великих воинов. Итак, сегодня для нас всех наступил удачный день. Не забывайте этого момента. Потом вы будете рассказывать детям и внукам о том дне, когда услышали речь Кокумбы. Этот день станет особенным для всего мира. Во всех странах газеты вспомнят этот день. Вся Африка последует нашему примеру. И впереди пойдут ваши покорные слуги Кокумба и Бантуэ. На этой неделе мы славим Афот. Выше знамена. Когда придет время отбивать нападение, когда придет время битвы, тогда мы покажем свою отвагу и гордость. И тогда мы возьмем страну в свои руки и принесем порядок, стабильность, процветание. И наши враги падут. Это говорю я, ваш лидер Кокумба.